Спасибо вам большое. До встречи. Саша, можно тебя? Можно тебя? На пару слов. Конечно, какая у вас странная здесь программа. Вроде бы живьем, но все-таки под фонограмму. Ну, в следующий раз привыкнем. Но мы знаем, что ты живьем хорошо поешь. Ну, я же живьем или фонограмму, я так и не понял. Вам понравилось? Ну, вот, спасибо. Саша, как тебе наши таланты? Ох, просто прекрасно. Честное слово сказать, у нас то же самое в Норвегии, ну... Кстати, по-моему, ты начал свою карьеру тогда, когда тоже победил в каком-то талант-шоу в своей стране, так? Да-да-да, давай лучше больше про этих талантах. Мне очень-очень нравятся эти два парня, которые там на друг друга... Артван. Да-да-да-да, просто невероятно. И вот певица, как его звать? Который пародию на тебя здесь исполнял? Не-не-не-не-не, он тоже очень прекрасная пародия. Артём. Да, даже не пародия, а имитация, я бы даже сказал. Ну тебе понравилось? Да, очень понравилось. Это был